Ну вот, очередное раннее прохождение китайцев. Это по-самарски. Еще мощнее, чем вчера проходит. Я дал ему собственные доспехи и чистого золота. Для меня ты ценнее золота, поэтому я обменял тебя на любимые доспехи. Из-за тебя я не пошел в поход на Нанджен. Я хочу в следующий раз поймать момент, когда вообще начинает проходить. Нанджена. Нанджен не знал, как бы. Ну, мы здесь недалеко от Казахстана, от всего здесь. И до Китая, наверное, рукой подать. Из всего живого человека променяли на доспехи. А вот так вот, еще светло. Сао-сао угадывал мысли Панде и похлопал его по плечу. Доспехи или целая гора золота — это цена предательства Ханчжуна. А насколько ты цен, это судить не мне, не в Ханчжуне. Войдешь ли ты в историю, оставишь ли ты после себя добрую славу потомкам, все зависит от твоего решения сейчас. В душе Панде обревали смешанные чувства. Всю жизнь он служил разным людям. Ради них он отдавал всего себя до конца. Но он никогда не задумывался о самом себе. Не думал, в чем ценность его собственной жизни. И зачем он вообще живет. Цао-цао вывел Панде из палатки. Панде вдруг увидел неподалеку худощавого и неказистого на вид коня. Лошадь приковала все его внимание. Он смотрел и смотрел на нее, приговаривая: «Добрый скакун». В это время генерал Сяо-Юань громко захохотал. «Я думал, что его превосходительство господин канцлер подберет для вас лучше». Поводья в руки Панде. Давай еще одну станцию проверим. О! Вот они. Привет. Какой вкусный фрукты? Муша Джан. Энгут Авая Ахмадин Джабу. На здоровье. Сегодня из Винки будет господин Ахмадин. Агайя Ахмади Чиз. Кто такой господин Ахмади? Хусейн Ахмади Холид Кунанде Ва Садир Кунанде Миба Хай Хошт. Еще раз время. Он из Бустан Кадми Мас. Хусейн Ахмади — производитель и... Вот она уже, осеннее прохождение. Он наш старый друг. Чешуги Джалеби Садирати Миба Хай Хошт. Чудуны Миба Хай Хошт Калин Шадан. Какая интересная профессия. Каким способом приготавливаются эти сухие фрукты? У Миба Хай Мухталифа Шабазан Башарифа Миба Хара Даркар Ханаш Хошт Миконад. Он покупает разные фрукты у земледельцев. Вести пока не слыхать. Так, проверю сначала диапазон ее. Ну, не прошелся, ничего нет. Правильно. Они приобретают фрукты в Арбабиле, Мишкете, Исфагане и Воронине. این محصولات خوشمزه را به کدام کشورها صادر می کنند؟ В каких странах экспортируют эти вкусные продукты? به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و چند کشور اروپایی. В арабские страны зоны Персидского залива и некоторые европейские страны. به نظر من آنها باید کارشان را توسعه دهند.
Давай немножко сменим направление. И найдем еще одну станцию. Вот, например, здесь ничего нет. Вот здесь что-то есть. Должно было быть. Ну, будет попозже чуть-чуть. Пока время позволяет, будем снимать. Должна быть станция. Ранее пока ее нет. Вот тут что-то есть на месте. А вот и Китай наш любимый. Вот такие вот станции у нас принимают на средних волнах. Осенью, думаю, будет еще поинтереснее. Ну, уже осень, конечно. Если тепло будет, мы еще попринимаем. Две станции, 521 и 1521 и 1449. Она. Надо следить в том числе инженеров сельского хозяйства. Они помогают господину. А я в первый раз слышу, что они по-русски заговорили. Качественный фруктов. Господин Лави и несколько других молодых людей сотрудничают с господином Ахмади в сушке и упаковке фруктов. Упаковка